народ настолько, ну как бы сказать, вот знаете, не обижая никого. Возможно, вот вы меня смотрите, это люди, состоявшиеся более-менее в чем-то там понимающие. А более молодое поколение, ну дубы дремучие, понимаете, вот детокс у них. Очищение организма, наше очищение организма, которое говорит о том, что это такое. А им надо детокс. Они даже не знают, что детокс это то же самое, что очищение организма. Но вот у них создалось мнение. И если просто напросто набрать очищение организма, а детокс, модное слово детокс. Что же это такое? Детокс. Детокс программа. Детокс очищение 100% результат. Ага, наконец-таки детокс очищение организма или просто тренд. Да, тренд, трендит. Детоксикация. А, и наконец-таки детокс, полное руководство по очищению организма. Причем по-разному понимают. Вот, например, детокс, что это такое, зачем нужен и как это легко можно сделать дома, чтобы потерять за неделю 5-7 килограмм и избавиться от тяги к сладкому. Это разве это детокс? Давайте, детоксикация, Википедия. Итак, детокс. Значит, детокс. Существует другое значение, это детоксикация. Детоксикация, устранение, прекращение от греческого и, наконец-таки, яд. То есть процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами. Детоксикация медицинская, это естественное и искусственное удаление токсинов из организма. Детоксикация. Ясно, понятно. Еще разок. Естественное и искусственное удаление токсинов из организма. Непонятно, знаете, то, что вот это словосочетание приобрело какую-то такую силу, в отличие от простого и понятного очищения организма. Я на эту тему весьма много потрудился, как теоретически, так и практически. И как в теории, так и в практике знаю, с чего надо начать очищение организма, для того, чтобы избавиться от разного рода ядов и лишних балластных веществ. Как это сделать правильно, легко и просто, с прекрасным результатом? Пожалуйста, целое руководство. Без очищения нет исцеления. Книга по этому. Причем мы с вами начинаем детокс. Ох, сука, извините за выражение. Как мне это все надоело. Не просто... А мы все это начинаем с очищения, с удаления токсических мыслей и прочих энергетических хреновин, которые имеются у каждого человека. Об этом детокс и не говорит современный. Но это есть, и это мешает. И есть методики, и они изложены, и прекрасно действуют, дают великолепные результаты. То есть начинаем очищать сознание. Начинаем очищать полевую форму жизни. Вы можете познакомиться, что такое полевая форма жизни. Для вас, возможно, это звучит впервые. И далее начинаем переходить к телу. Где же эти шлаки расположены, яды расположены, то токсические, то яд. Как это все меня достало, вот эта вот глупость людская. Все эти яды растворены в межклеточной жидкости. Не в клетках, хотя и в клетках там кое-что лишнее имеется. Но клетка, как живое образование, она более-менее внутреннюю среду свою содержит в порядке для того, чтобы в ней протекали все жизненные явления. А вот клетка сама, можно так сказать, расположена в межклеточной жидкости. Вот тут-то, то, что клетка накакала и написала, находится там. То, что с крови поступает в клетку питательные вещества, тоже находится там. И вот в межклеточной жидкости два потока всех этих отработанных веществ ненужных идут из клетки через межклеточную жидкость в кровь, а из крови питательные вещества, ну, естественно, там кислород, там и все это такое прочее, чтобы вам было понятно, идет в клетку. Вот она, болото, которое межклеточная жидкость, она же лимфа, то самое болото, которое
порождает все эти токсические явления, все эти отравляющие явления, которые имеются у нас в организме. Поэтому существует целая система по очищению именно лимфы от всякого рода ядов и ненужных веществ. Значит, она соединена с кровеносной системой. И все это вместе, лимфа очищается там частично через лимфатические там сосуды. И в любом случае все это впадает в кровяной ток. Кровяной ток, естественно, циркулирует. Как он очищается? Первым делом печень. Первым делом печень все это дело очищает. И вот там-то накапливается огромное количество разного рода токсических веществ, о которых вы так думаете, детокс. И для чего мы делаем очищение печени? Не для того, чтобы какие-то там камушки вышли, которые мы думаем, а для того, чтобы очистить и нормализовать функцию печени, которая, как царица старшая, выполняет огромную роль в организме по детоксу. А для того, чтобы, смотрите, не поступали у нас в кровь и в лимфу отравляющие вещества, все эти там токсины, яды и прочее, что у нас образуется, где они в основном у нас образуются? Они у нас образуются в основном, когда заходят вместе с питанием. И если у нас не своевременное выделение через толстый кишечник продуктов переработки питания, то все это всасывается в кровь и начинает выделяться через легкие, кожу, там, почки. То есть это совершенно иная нагрузка. И естественно, все это расплывается по лимфе, что человека воняет. Человек, от которого идет тяжелое дыхание, а от тела неприятный запах, разного рода какая-то тухлятина. Вот это как раз и есть человек, который переполнен разного рода шлаками, вот этими токсическими отходами. Естественно, все это порождает массу заболеваний. Организм, чтобы разбавить как-то эти вещества, чтобы они не так плотны были, начинает набирать вес, начинает набирать жировую ткань, в которую рассует все это, знаете, чтобы более-менее и кровь, и лимфа были в таком приемлемом состоянии для жизнедеятельности. И когда мы начинаем с вами очищать толстый кишечник, ликвидируем корень интоксикации через толстый кишечник, далее мы добавляем печеночку для того, чтобы восстановить все виды обмена. Не для того, чтобы камни у нас там вышли, камни выходят, а для того, чтобы восстановить все виды обмена и кровообращения. И далее все это закрепляем питанием правильным, чтобы мы опять не набросали всех этих токсических продуктов в организм. Мы получаем великолепные результаты. У нас, естественно, уходит лишняя масса тела и плюс та грязь, которая была растворена в организме. Вот у этого есть детокс, очищение организма, который я изложил, как руководство целое изложил. Куда вы смотрите? Я просто поражаюсь. Детокс. Вас что там поразили вот эти иностранные слова? Вы же русские люди. Короче, заходите в соответствующие разделы моего канала и смотрите по очищению организма и другие разделы по питанию для того, чтобы содержать свой организм в здоровом состоянии. На этом я и заканчиваю.